Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Наконец-то ко мне доехали мои посылки, потому что очень долго я их ждала. Не в плане того, что они долго ко мне шли. Нет, они пришли очень быстро, но на самой почте, да, у нас уже на почтампе, то сломался компьютер, то не мог приехать курьер. В общем, опять меня, можно сказать, спас мой муж, заехал, забрал эти посылки. И сегодня, можно сказать, будет долгожданная распаковка, но долгожданная она будет для меня, потому что я очень хочу посмотреть, что находится в одной из коробок. Так, начнем с коробки, которая побольше. Я уже распаковала, чтобы просто не занимать ваше время на на отклеивание скотча, да, на разрезание. И та-да-да-дан, коробочка большая, но здесь, я так понимаю, только одна баночка с ционом. Вот так вот она выглядит. Подробно про ЦИОН я буду снимать для вас видео. Это такая вот умная добавка. Взяла специально для орхидей, на пробу хочу протестировать и понять вообще для себя, да, стоит брать или нет. Вот, и, конечно же, расскажу вам, как отреагируют орхидейки на такую добавку. Так, здесь, по-моему, больше ничего нету, просто упаковочная такая бумага и брошюрка. Я, ну, почитаем, посмотрим. Видите, тут описание, как пользоваться. В общем, с этим ознакомимся. Я сниму для вас отдельное видео. А теперь будем распаковывать коробочку, которая поменьше, но здесь, наверное, будет побольше интересного. Так, смотрите, это посылка с сайта Орхарай. И кто смотрит этот канал, знают, что у Раджа появились еще сейчас луковичные. Вот, и мы с мамой, посмотрев видео, загорелись заказать тюльпаны. Тем более у меня сейчас есть где их сажать. Поэтому, смотрите, здесь вот так вот в мешочках луковицы. Сразу подписанные, видите? Вот, подписаны с названием. У меня сегодня, извините, может быть, за кадром будет немножечко шумно, потому что у меня гость, у меня строительные работы здесь и по совместительству еще день рождения свекрови, поэтому возможно, что будут какие-то звуки, да, за кадром, но я думаю, что это ничего страшного. Так, и вот, смотрите, здесь по номерам я могу повставлять картиночки, да, какие это будут тюльпаны. Вот, очень хочу посадить у себя на участке. Так, здесь нет наклеечка. А, вот все. Наклеечка есть, есть номер. И я прям вам повставляю фотографии. Какие-то просто бомбически красивые тюльпаны по совершенно такой приятной цене. Так, здесь вот 804 номер, тюльпан. Вот. Я уже в предвкушении. Сажать буду осенью. Так, здесь еще, смотрите, пакетики. Кто смотрит мой канал, знает, да, что у меня напал красный клещ. И здесь вот Sunmite. В общем, отрава, которой сейчас будем пользоваться, чтобы избавиться от этой гадости, да, на растениях. Про это тоже будет подробное видео. Сейчас только распаковка. Показываю, да, наличие того, что в этой посылке. Смотрите, как интересно упаковано. Здесь такая стружка прям. Класс. Так, давайте искать дальше. Здесь еще пакетик. Двор у меня большой. Будет возможность посадить все. Так, вот 826 номер. Тюльпан, видите? Здесь, в принципе, все тюльпаны и фотографии я вам повставляю. Очень удобно, потому что каждый пакетик, номер, название. Мне очень понравилась эта стружка. Когда мне приходили посылки, да, от Раджа, такой стружки там не было. Так, наверное, тюльпаны просто именно так упаковывают. Так, что тут у нас еще? Так, вот еще. Здесь 827 номер. Ну, тюльпаны все очень красивые, и, наверное, когда начинаешь выбирать, теряешься просто в ассортименте и не знаешь, какой взять и какой лучше. В общем, нагребаешь все подряд, потому что все красивые. Так, главное теперь в этой стружке ничего не пропустить. Так, здесь еще есть вот такая вот упаковочка.
Здесь 7 штук вот такого красивого, типа, боже, какой он красивый. Интересно, конечно, когда сразу есть фотографии. О, я уже в предвкушении. Мне кажется, знаете, вот он будет практически черный. Я как-то видела такой тюльпан цветущий, и я прям влюбилась. Очень красивый. Надо же, какая прелесть. Надо будет и маме такое ставить. Пусть посадит у себя. Так, и, наверное, все. Это все, что были заказаны. По-моему, ничего не пропустили. Еще проверим. По-моему, все, да, все, что были заказаны. В общем, посадку этих красивейших тюльпанов я покажу уже на своем втором канале, да, «Новая жизнь». Там будем вместе с мамой. Она у меня уехала, но на следующей неделе должна опять приехать. И мы с ней будем сажать тюльпаны, потому что у нее дома тоже очень большая коллекция тюльпанов. Много разных сортов интересных, она знает, как их сажать, как их хранить, луковицы, да, как правильно обрезать уже потом после цветения весной. Поэтому мама мне все объяснит по уходу, наверное, какие-то она посадит, какие-то я, но это вы все увидите на моем втором канале. А сегодня просто была распаковка этих супер красивых тюльпанов, да, и, конечно же, просто сейчас для меня незаменимы будут вот эти вот препараты, которые мне тоже пришли, и которые избавят меня от красного хряща и от всех вредителей на моих растениях. Вот буквально следующее видео, это будет обработка от красного хряща супер такими мощными препаратами, как вот Sunmite, Umite. И здесь у нас что написано? Здесь, да, здесь. Здесь немножко, видите, растекся препарат. Не могу прочитать. Ну, в общем, эти препараты, да, избавят меня от вредителей. Вот такие классные у меня теперь посылки. И, конечно же, мне теперь не терпится добавить цион для орхидей в свои орхидейки. Да, и что, знаете, меня подкупило, что здесь написано «Восстановление поврежденных растений». Очень уж это меня заинтересовало, и я прям думаю, может быть, прямо сейчас даже, да, прям в видео показать вам, как я добавлю этот цион в ослабленное растение, и вместе с вами будем потом следить за развитием. Смотрите, у меня есть вот такое растение. Это у меня орхидейка пульсация. Я не скажу, что она у меня прям не реанимашка, но она, знаете, вообще орхидейка пульсация, у нее такие, она такая вся изящная, у нее тоненькие цветоносы, тонкие корешочки, листики такие, знаете, тонковатые по сравнению с другими моими орхидеями. Она такая вся грация, изящная. Вот. Ну вот мне хочется, чтобы она у меня все-таки, наверное, была немножечко по жирнее, что ли, немного по поярче лист, да, чувствовала себя более как-то лучше, поэтому сегодня я решила добавить ей цион, подкормку, которая восстановит ее, да, как тут написано, восстановление ослабленных растений. Поэтому я ей добавляю столовую ложечку циона со всех сторон, сейчас разверну. И будем ждать результата. Она должна окрепнуть. Это орхидейка с мастер-класса. Чем мне нравится цион, что невозможно обжечь корневую систему. Да, и можно не бояться того, что мы, например, переборщим. Он абсолютно не повреждает корневую систему. И это уже проверено. По крайней мере, у меня есть цион для цветущих растений. И я добавляла в орхидеи с корнями. Все замечательно. Ничего у меня не пострадало. Вот. И начали расти новые корешочки. Меня это, конечно, порадовало. Но я пока только тестирую этот препарат. А именно цион для орхидеи, это я только-только получила. И вот только начинаю свои эксперименты, которые, конечно же, буду вам рассказывать, показывать все свои наблюдения. Сейчас нужно будет еще пролить водой, чтобы уже начал цион действовать. Это инновационная комплексная добавка для выращивания орхидей. А еще что привлекло меня, конечно, да, привлекло мое внимание, что эту добавку мы добавляем всего лишь
раз в 3 года, потому что на упаковке написано, содержит в 60 раз больше питательных элементов, чем самый плодородный грунт, и продуктивность до 3 лет. Вот. Ну, вообще блогеры, у которых я увидела эту добавку, да, Цион, они добавляют раз в год, и орхидейки замечательно растут и цветут. И меня, конечно же, это тоже заинтересовало. Думаю, это очень удобно. Добавил раз в год, и орхидея себя прекрасно чувствует, и не нужно переживать, да, за то, что не хватает ей, может быть, каких-то питательных веществ, и не заморачиваться с удобрениями. Только такая вот добавка, подкормка. Очень удобно. Поэтому будем тестировать, будем наблюдать. И я, конечно же, буду вам рассказывать о наших успехах. Или если ничего не изменится, я вам скажу, ничего не изменилось. Поэтому будет очень интересно. Оставайтесь на моем канале. Если вдруг кто-то еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Вот. Буду рассказывать о новых начинаниях, новых экспериментах. У меня на канале всегда я тестирую, экспериментирую. И я надеюсь, что вам это все нравится. Ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока!